Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что вы достаточно подробно описали свою ситуацию, достаточно подробно написали свою историю, но не задали вопрос. Своего вопроса вы не задали. То есть, от психологов вы чего хотите? Понятно, что вам нужно выговориться. Понятно, что вы одиноки, что вы зажаты в некоторой степени, да, и так далее. Вот. Это понятно. Но, знаете, вот вам коллега уже говорила об этом, но на эту тему она вам уже говорила, что опыт получает только на ошибках. И поскольку вы были девственницей, то у вас не было опыта. И именно потому, что у вас не было опыта, вы и как бы оказались в этой ситуации. Вы поверили, вы, значит, поддались желаниям, чувствам и эмоциям, да? Вот. И в итоге случилось то, что случилось. То есть это нормально. Абсолютно. Но, понимаете, вас, скорее всего, эти слова не успокоят. Почему? Потому что вы это можете прочитать сами. Да? Наверное. А ключевой момент заключается в том, именно ключевой момент заключается в том, что вы хотели тепла, любви и забот, что в купе с тем, что вы одиноки и у вас нет социальной активности, то есть вы довольно зажатый в себе человек, вот. Значит, что в купе с этим создает ощущение того, что, собственно, у вас есть проблемы. Проблемы с принятием, в первую очередь, себя. Вот. И На мой взгляд, именно эту проблему нужно решать в первую очередь. Как и вопрос уверенности в себе, понимаете? Потому что, вот вы говорите, что недалекие люди, да, обвиняют, ну, говорят, что там та, кто вступила в связь вот так, как вы, да, значит, конченая там и так далее. Вот. Кто это говорит? Кто говорит? Говорит только тот, кто, соответственно,
скорее всего, сам думает о себе так же. Вот это механизм проекции, но этому нужно учиться, понимаете, у вас нет социального навыка. Его нужно вырабатывать. Тренировки, научения, в процессе взаимодействия с, например, психологом вашим, вот. Вы будете к этому стремиться, вы будете что-то с этим делать, вы будете как-то этот вопрос решать. Вот. И уже исходя из этого, можно будет чему-то учиться, можно будет понимать других людей, понимать лучше себя и так далее. Вы пишете, я всегда была очень одинока во всех смыслах. Что такое одиночество? Это подавление. Подавление себя. То есть я подавляю себя, я не позволяю себе быть такой, какая я есть. Я принижаю себя. И, соответственно, получается в итоге то, что получается, собственно говоря. То есть, по факту получается вот такая история, что вы одна. Вы правильно рассуждаете в плане ответственности. Вы правильно рассуждаете. Но, как вам сказать, не мужчина сделал вас шлюхой, не мужчина, это мужчине нужна была она, и он, по сути, на вас перенес то, что нужно было ему. По факту. Вот этот момент нужно понимать. И понимать достаточно хорошо. Потому что только через это придет восприятие того, что любое высказывание это всего лишь перенос. Люди говорят о том, что их волнует. Вы пишете, я всегда была очень одинока во всех смыслах, у меня никогда не было намеков на даже какую-нибудь симпатию, не говоря уже об отношениях. Знаете, обычно вот когда человек говорит, что у него не было отношений, да, рекомендуется заняться карьерой, учебой, развитием и так далее. И все, в общем-то, в процессе занятия этих действий и быстро-быстро партнеры появятся. Вы даже удивитесь, насколько быстро. Вот. Это с одной стороны. Да, то есть развивать, опять же, свою социальную роль. Как? Значит, обучающегося, как сотрудника, да, как, может быть, борца. Творческого деятеля, кто знает. И с другой стороны, конечно же, нужна работа по принятию себя. Потому что одиночество, то есть, вот у меня никогда не было, да, никогда не было близости, никогда не было симпатии. Так, а вы сами себе симпатизируете, вы сами себя воспринимаете, вы сами себя любите, грубо говоря. Если нет, то, соответственно, ну, если нет, то как вы можете с кем-то, да, выстраивать
отношения. Понимаете? Никак. Это невозможно. Вот. Поэтому важно, нужно, чтобы вы, ну вот, соответственно, приняли себя вначале и уже потом после этого могли бы строить нормальные отношения. Вот. Чтобы принять себя, да, нужно определить, что мешает этому. Вот. Нужно определить, что препятствует подобным моментам, да, ну, вот, в вашей жизни. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет с вами что-то делать. То есть повышать свою самооценку, уверенность в себе. А уверенность в себе достигается путем выстраивания так своей значит, деятельности, чтобы вы видели от нее, ну, реальный результат от своей деятельности. Вот. И, соответственно, уже тогда вы, ну, можете вот как раз тогда вы можете выстраивать отношения так, как вам удобнее, так, как вам лучше, так, как вам комфортнее, с теми условиями, на которые вы согласны, а не кто-то другой. Знаете, что важно? Вот это важно. На самом деле. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, да? Давайте подумаем, не забыл ли я что-то еще. Вот, ну, вы рассказываете здесь свою историю, да, о том, что мне плохо от того, насколько я была глупа и наивна. Вот это вот еще один момент. Момент, на мой взгляд, ну, такой, не то, чтобы прямо критичный, но тем не менее. Смотрите, какая история. Смотрите, какая история. Значит, вы совершили свой выбор. Да? Совершили свой выбор, сделали выбор, неважно. Сделали выбор. Хорошо. Раз сделали выбор, то, соответственно, здорово. Вот. Вы думали, что можете поступить по-другому? А чего хотели в тот момент, когда поступали так, как поступали? Что хотели? Чего желали? Помните? Или уже забыли. Понимаете, какой аспект, какая ситуация. Вот. Если помните, ради чего вы это делали, да?
то, соответственно, и отдаете себе отчет в том, что в момент принятия решения, когда вы это решение принимали, вы не могли поступить иначе. Вы хотели. Вы хотели получить тепло, заботу, ласку и так далее. Это вам и двигало. И сейчас, когда уже все завершилось, вы себя вините. Потому что, как бы, сознанием вы еще остаетесь вот в том состоянии, когда вы выбор не сделали еще, и вы могли поступить иначе. Вот если увидеть, охватить этот феномен, что нам кажется, что мы можем сделать выбор, нам кажется, что мы можем его совершить, в действительности выбор всегда только один, а этот выбор определяется только актуальными нашими желаниями, на данный момент актуальными желаниями, вот, и вы совершаете выбор свой, и только когда приходит результат этого выбора, вы понимаете, что а он неправильно был. А могли вы это понять, не сделав его? Нет. Следующий момент. Как вы понимаете, никто не знает о том, что вы переспали с этим мужчиной. А мужчина сам, он скрывает. Да, он скрывает, он скрывает то, что сделал, да, то он не будет об этом не говорить, там, ничего, вот, и, соответственно, кто знает о том, что вы не девственница. А если вы начнете устраивать отношения адекватные с мужчиной, например, да, вот, то ему будет все равно. То есть, понимаете, момент какой? У вас самое ценное, это вот девственность. Была. Переживайте этого, почему? Самое ценное была девственность. И вы и ее потеряли. Так вы сейчас думаете. Но потерять девственность легко, легко. И вы могли с этим мужчиной встречаться, вы могли с ним быть в отношениях. Потом он мог вас бросить. И та же самая история произошла бы. Понимаете? Просто постарайтесь увидеть, что такое девственность в контексте общей вашей ценности. Но вы этого сейчас не видите. Вы не видите этого. Почему? Потому что ценности своей вы не замечаете. Ценности вашей ее нет. Вы не видите в себе ценностей никаких. Потому что внимание на вас не обращают, да? Любви вам не додали. Чувствуете вы себя одинокой. Естественно, вы держались за девственность. И естественно, с учетом этого всего очень легко ее потерял. Ну, потому что вас стоило поманить, и вы тут же, как бы, ну, откликнулись. Вот. То есть только вся в том, чтобы вы увидели в себе более глубокую ценность, а ее нет пока. И поэтому рационализация, которую вы проводите, что вот, девственностью дело не ограничивается, что кроме этого есть еще какие-то важные моменты, это не работает. И не сработает. Пока вы реально не увидите в себе ценность, и не увидев в себе ценность, не начнете ее развивать, дабы видеть результат от этой ценности.
И пока вы не будете, пока вы не поменяете отношение к себе самой. Вот так. То есть, знаете, наивно думать, что вот мы, ну, вот мы, вот, мы вам ответим на вопрос, да, и вам сразу станет легко. Нет, так не бывает. Работа нужна. Вы на протяжении своей жизни, да, своего жизненного пути, оказались в этой ситуации не случайно. Вас как обесценивали, вы так себя и обесцениваете до сих пор. Вот. А кто обесценивал? Ну, хотя бы родительские фигуры, например. Да? Вот. И, собственно говоря, к этому идет. Вот. Давайте подумаем. Вот вы одинокая, да? Одинокая, скромная, как вы говорите, да, застенчивая. Вот, вели себя развязно, потому что хотели мальчика привлечь, видимо. Согласитесь, вот напоминает, да, некое такое состояние алкогольного опьянения, когда, ну, вы были такой развязный. Напоминает, да, немного? Состояние алкогольного опьянения. Вот. Скажите, пожалуйста. Ведь так же можно все время. Не только в виде таких вот порывов, да? Не только в виде порывов. Но и, соответственно, так можно постоянно действовать. И, соответственно, если вы будете действовать так постоянно, да, то вы контролировать сможете. Если вы были развязаны, значит, это возможно. И вы видите, как, значит, ну, как вот все сразу закрутилось. Потому что вы свободны, вы раскованы. Да, по сравнению с тем, как вы себя ведете обычно, это может казаться развязным там и так далее. Но, скорее всего, такое поведение вполне себе адекватно. Просто, ну, оно вот, оно непривычное для вас, из-за этого вы так реагируете, что, в принципе, нормально. Вот. Чтобы вести себя так, чтобы вести себя вот, ну, таким образом, чтобы получать удовольствие, да, чтобы свободнее быть, вот, нужно принять себя. Нужно принять себя целиком и полностью, а пока этого вы не делаете. Поэтому давайте мы с вами сейчас сразу, значит, зададим такой небольшой фундамент вам для работы над собой, а нам, может быть, для дальнейшей работы. Или вам для дальнейшей работы над собой, то же самое. Вот. Значит, какой аспект, да, нас интересует. Какой аспект? Значит, качество. Ваши качества, которые вы в себе принимаете и не принимаете, которые вы считаете позитивными и негативными. Вот, выписываем позитивные и негативные качества свои. Это первое. И аргумент, и источник. То есть, почему я считаю, что вот именно это качество является позитивным, да, то есть объяснение свое. И откуда я это узнал? Да? К этому качеству желательно придумать антипод, то есть как вот
происходит. Ну, то есть, например, положительные качества, как оно может вам, там, грубо говоря, вредить. Да. Как оно может вам, ну, оказывать вред. Вот. На эту тему тоже обязательно подумайте. Это важно. Это важный момент. Очень важный момент. Вот. Это пока будет первым вам таким упражнением. Поработайте с ним, там дальше уже можно будет двигаться. Ну, либо в этом направлении, либо дальше. То есть тут на самом деле не критично. Вот. На этом все. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я старался раскрыть вам важные аспекты, которые, ну, на мой взгляд, имеют самое непосредственное значение к вашей проблеме. Вот, если вы хотите с ней разобраться и справиться. Вот, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете всегда задать мне их вопросы, я имею в виду, в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.